Главная женская ошибка в сексе – это не получать удовольствие самой. Некоторые женщины думают, главное, чтобы мужчине было хорошо, чтобы он испытал оргазм, и мне от этого кайфово. Сейчас открою вам один секрет. Главная сексуальная мужская фантазия – это чтобы женщина в сексе с ним испытала оргазм. Мужчины оценивают не столько то, как им было хорошо, испытали ли они наслаждение, а как то, привели ли они женщину к оргазму, удалось ли им доставить женщине удовольствие. Для мужчины это один из основных показателей их мужской состоятельности как сексуального партнера. И если, милые мои женщины, вы не испытываете оргазм в сексуальных отношениях, время этим заняться. Оргазм – это навык, который женщина должна приобрести сама, и ответственность женщины. И если вы хотите сделать своего мужчину счастливым, научитесь испытывать оргазм и получать удовольствие в сексе.